Всем привет! Сегодня у нас 20 сентября 2019 года. Показываю новинку коллекции. Сорт яблока Red Topaz. Сорт устойчивый к парше, среднеустойчивый к мучнистой России. Вот такие вот красавцы, такие вот висят плоды. Плоды действительно отличных товарных качеств. Новинка на Украине. Могу показать. Какой имеет вид. Сорт яблока Red Topaz. Это первое сигнальное плодоношение на М9 подвое. Такие вот шикарные плоды данного сорта. Мы его еще не пробовали. Толком ничего не можем сказать. Именно по вкусовым качествам. То есть могу сказать одно. Сорт быстро вступает в плодоношение, показывает сигналки второй-третий год, сигнальное плодоношение, довольно-таки немаленькое, не одно-два яблока, уже вот можно собрать с него килограмма 4 яблок, на солнышке как они смотрятся, очень хорошо. Я думаю, что этот сорт должен быть тоже в каждом саду. У ценителей яблок, зимних яблок. То есть сорт стоит внимания. Зимой положим на веса. Посмотрим, какой размер и какой вкус. Сегодня у нас 6 февраля 2020 года. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться, стимулирует меня на показ новых видео для вас. Вот сорт яблочка Red Topaz в хранении, имеет такой вид. Смотрю, неплохо хранится, то есть у него перспективы по хранению. Давайте сейчас попробуем, какой у него вкус и какой вес. Мы уже его дегустировали, яблочко хорошее, вкус отличный, 200 грамм. 196, 177, 173, 179, ну грубо 170 грамм, некоторые 200. Это первое плодоношение этого сорта. Давайте посмотрим, какая он, сочный, не сочный. А, хрустит. Такая вот у меня мякоть цветом. Яблочко хорошее. Вот так разрежем. Ну-ка посмотрим по соку. Видно, при легком надавливании есть сок. Давайте попробуем на вкус его. Яблочко кисло-сладкое. Сока в средней степени. Именно вот по пробе. Яблоко такое среднезернистое. Вкус очень насыщенный. С приятным ароматом. С таким сортовым ароматом. Яблочко довольно-таки вкусное. Не кислое. Я бы сказал, что больше сахара в этих плодах, чем кислоты. Именно сбалансированный сладко-кислый вкус с приятным насыщенным ароматом. Думаю, они еще похранятся, наверное, сейчас февраль. До марта должны по-любому похорониться они. Ну, то есть не теряя своих вкусовых качеств. Яблоко не твердое на данный момент. Такое среднетвердое. Не рыхлое. Не потеряло оно сочности, не потеряло оно вкуса. То есть сорт замечательный. То есть буду снимать в следующем году уже более полное плодоношение. Буду наблюдать за ним. Посмотрю, как оно будет себя показывать в моих условиях. И буду снимать видео и показывать вам. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте обязательно лайк. Всем спасибо, всем пока.